Здравствуйте, мои хорошие, мои любимые. Тире-тире мукаллит мармсет. Нет, не доброе эстонское утро, а доброй эстонской ночи. Теплая эстонская ночь, а мы ждем наших мужа и Кристину. Сейчас будем их встречать. Кто не улегся спать, в прошлом видео мы с вами расстались вечером. Кто не улегся спать и со мной продолжает ждать мужа, присоединяйтесь, будем вместе ждать. Приехали наши, приехали! Мы опять с вами в полной темноте. Здесь нету света. Но тут, наверное, есть мыши. Летучие. Ой. Ой-ой-ой. Приехали! Какая машина огромная. Это кто у меня там такой? Это кто у меня тут такой приехал? Иди ко мне сюда скорее, ребенок. Здрасте, темнотища какая. Привет, мой сладкий ребенок. Беги скорее к бабушке, беги. Пойдем, я тебя провожу. А, папа отсюда. Здрасте. Вау, вау, вау. Может, не сегодня? А, у тебя там продукты? Боже. Кристюша, заходи. Привет. Привет, привет, привет. Привет, зайчик. Смотри, что у нас тут. Нравится? Хорошо. Такая попела зашла. Привет. Привет, мой сладкий. Маленький большой. Какая большая, она выше меня. Ну как, Кристина? Кристина, нравится? Да, точно тебе нравится. Смотри. Тут еще не все до конца, еще доделают. Еще тут потолок не доделали. Завтра дядя доделает. Смотри, не погладь стенку. Какая. Посмотри, какая стенка. У меня все, гости. Кристина не верит, что это наша дача. Держи, Жаккар. Жаккар. Держи, мама, на пол туда, вон туда, на табуреточку положи. Это будут занавески на окна. Это у нас руло будут такие. Красный Жаккар. Вот бордо Жаккар. Мама! Ой! Сломала. Вот возьми за эту ручку, присядь и подними тихо наверх. Это камин. Сюда зажигаешь спичку и опускаешь стекло тихо. Не ударяешь. Это печки нет. Печка вот. А еще знаешь, откуда тепло идет? Вот смотри. Печка. Вот отсюда, Кристина. Вот отсюда. Смотри, тут ротик вот такой. И отсюда теплый воздух. Воздуховод. Вот в нем такой шланг, и по шлангу идет тепло в дом, в комнаты. Не узнает дачу. Не, вообще, ребят. Чужая дача, да? Чужая, да. Да, конечно, вообще ничего, ничего не понятно. Ничего не осталось. Печки черные этой нету. Видишь? А это камин. Открывается стекло, и там горит. Ну, хоть кухня-то хоть родная, да? Кухню уже сделали. Туалет как бы. Туалет еще, к сожалению, как бы. Привет. Привет. Ну, что тут? Отель Корнкару. Отель Корнкару, да? Да. Три медведя, значит? Да. Что-то другое все. Вообще другое. Вообще, как, ну как-то так просто не обжито, скажем так, мне кажется. Угу. Когда будет это самое. Это висит, конечно. Это одно еще. Мы колпачки ждали, ага. Чтобы поднять. Если их сейчас поднять, оно замкнет. Да. Необычно, как непривык. Непривычно быть. Очень. А, свет, да. Очень непривычно, да, нам тоже. Необычно и непривычно. Домик, знаешь, это самое. Да, да. А как мы всегда сколько ездили? Сколько мы всегда ездили, всегда ахали. Вот бы нам так, вот бы нам так, на. Нет, ну чужое, да. Ничего, прямо надо заново все привыкать. Ну тут диван будет. Да. И больше ничего сюда не надо, стол и все. Ну нормально, да? Да.
мужем пьем кофе. Как хорошо утро. Хорошо у вас в лесу, да? Да. Тепло. После города так тихо, да, так? Озеро тихо, шумит. Тихо, шумит так, что... А, это озеро? Конечно. Ничего не тихо. Тихо, шинами шумит. Вот-вот-вот. Да, точно. Шумит озеро не спеша. Да, о как, стихи пошли. Пою мужа из новой кружки. Мастер пришел. Я думаю, просто завтракаем, чтобы подкрепиться на это. Здравствуйте. Я вчера целый день не ел вообще. Это минус. Да. Зато на природе минус. Это плюс. И кофе попить практически так. Чисто нахрапом мастер пришел. Все. Требует уже вагонку. А муж вчера приехал вот на такой. Господи. С каким-то подъемником сзади, лифтом. Я всю ночь вам пыталась что-то показать, а ничего не покажешь, потому что все темно. И все ничего. В общем, короче, вагонку он привез. Уголки. А из продуктов вы сейчас умрете. Как там Лидочка или как это? Ты сейчас умрешь. Ну так вот у нас так. Уголки вроде он привез не все. Все в темноте пыталась вам показать. Что здесь? Что здесь было, как он среди этих деревьев мог тут проехать, я вообще не представляю, темнотище в полной. Вы спрашивали, как пристреливать, чем и как, смотрите. Пистолет ТТ, образца 1941 года. 41, нет, там, чуть пораньше там какого-то. Да, еще. Можно Макарова. Пневматический. Переделанный из боевого пневматического. Да. Ой, девочки, не слушайте вы их. Вот, вы говорили, как пристреливает. Вот, смотрите. Главное, палец не сунуть. Да. И вот в вагонке не видно ни одного гвоздя. Их, они пропадают. Их нет. Ни одного. Потом еще дерево немножко в себя как бы его так затягивает. И вообще пропадает это все. А стреляется это все, весь этот пистолет, вот из этой штуки. Она бурчит, ворчит. И к пистолету. Он, как? Компрессор. Компрессор. Он для того, для чего? Для сжатого воздуха. Нагнетает сжатый воздух. Ну, нагнетать он может. Ну, я нагнетать тоже умею. Так, девочки, мальчики, вчера была глубокая ночь, и я вам не могла ничего, конечно, снять, потому что приехали они поздно, вот час-два, и снять то, что он привез, обзор, я не могла. Представляю вашему вниманию, на силу запиханный холодильник просто вот ночью. Море колбасок опять, мы будем много и вкусно кушать. Да, в нас столько лезет и с большим аппетитом. Всякие паштеты. Кристина приехала, ей всякие вот эти десерты опять. Хоть папа, в общем, и не балует, говорит, нельзя это все, но сюда привезли. В общем, чего здесь только нету. Здесь не открываются шкафы, не открываются ящики, рулеты вместе. В общем, короче, будем делать все это как-то праздник живота и всякие вредности, короче. Ко всему этому огромному количеству мяса и всего ни грамма алкоголя. Даже пиво не привез просто. Вот. Ну, я не заказывала как-то. Я не... А, ну да, я же забыла, мы же водку пьем в основном. Шампанским.
Так, и здесь всякие штрицели, какие-то... Ой, блин, что-то только нету. Что-то только нету, слушайте. Боже, боже, посмотрите на мою кухню. Кухня. Кухня-свалка. Простите меня, чистюли идеальные люди. Идеальные хозяйки. Подожди. Кристюша, кушай тоже на улице. Нам там даже сесть негде, все в этих, в работах. Все в работах. Но они уже все заканчиваются. Торжественнее не бывает. Так, что случилось? Последняя вагонка отделки пришивается. Все. Можно сказать, что мы закончили? Ну нет, вагон, вот... С вагонкой. Опять начинается... Оговорочки. Не, ну так с вагонкой, а уголки еще. А-а-а. Всякие разные, миллион уголков. А вагонка-то все. Все. Никаких оговорок. Все, тут никаких оговорок. Все, да. Господи. Неужели все? Ну, хотите, отделу по новой. Не надо. Начнем по новой. Сначала, если хочешь. Нет, не хочешь. Еще один день закончился, но, в общем-то, он закончился практически финишем. Не хватило несколько уголков, и сейчас их привезут, и все равно их надо еще вымерять. Не то, что уголков, а времени на это, как бы. День за днем, еще не собрана электрика, но мы с вами получили добро на то, чтобы начать лакировать стены. Стены можно лакировать. Потолок еще сюда встанут наружные внутренние уголки. Вот, а стенки мы с вами сегодня лакируем. В общем, заканчивается. Все, все заканчивается. Еще нужно довести несколько каких-то там метров уголков. Муж поехал сейчас в город. И еще мы хотим шкафчик за дверь, где будет находиться наш вот этот вот передатчик от рутера с интернетом, в общем, связано. В общем, у нас все подходит к концу, и мы ужасно-ужасно рады. Правда, мама? Рада, но еще стенка же, кирпичи еще будут. Ах, да. Еще, ничего подобного. Еще вот сюда. Еще здесь такого туда. Страшного не будет. Еще само тело. Ну, а потом еще полочка. Еще мраморная полочка. Да? Все, хватит, нет. Мы заканчиваем. Давайте так. Все, что касается дерева, мы сейчас начнем заканчивать. Сейчас муж приедет еще из города. Он уже уехал в Порт-Лояр, в Вихи, уже обратно, и, в общем, мотается. О, муж! Приехал муж. Муж. Знакомьтесь, муж. Все тот же. Все тот же муж. Не второй, не третий. Не второй, да. Не третий, все тот же муж. Первый, который правильный. Это который первый, правильный, правильный. Единственный. Да. Самый любимый, а самый хороший. А то не скажешь. Не скажешь. За полтора месяца... Отбилась от рук. Да. Коней на переправе не меня. Да. Такая переправа, что тут да. О, да, да. Ну что, уголочки? Я его встретил на тут вот около помойки. Помойка пустая. А, помойка! Пустая, помойка пустая. У нас не вывезли помойку. Вас ходи, кстати. Вывозить, выносить, быстро выкидывайте все, что можете и не можете. Все выкидывайте. Давай, в самом деле, сходи. Пейте он... все там, все выкидывай. Да, да. Иначе завтра будет все. В общем, помойку должны были вывезти энного числа. А пакеты выкинули. Да, да. Вот, и ничего не вывезли. И совершенно, не знаю, каким трудом не вывозили эту помойку. Мало того, что я вам показывала, когда у нас маленькие их две, так их вообще там все уставлено. Там... Надо сделать колбаски на развес срочно. В общем, все. И так долго задержка, вы знаете, там уголки, вообще девать некуда. Вынимать. Злополучно. Вынимать. Вот. И надо срочно за помойкой, срочно, уголки. Вообще все срочно. Ой. Че тебе срочно? Все. Лакировать. Купаться. Лакировать, купаться, делать шашлыки. Ну. И все. Все, а что за крик-то?